Ой, как хорошо. Дать ему кормочек? Не, не надо, а то тошнить сейчас будет. А-а-а. Мы сейчас его накормим. Очень много. Сейчас покажу отдельно. То есть вот видно уже на голове, по всему телу. Также с этой стороны собачка достаточно серьезно пострадала. Аппетит хороший, гуляет на улицу. Анализы сегодня, вообще анализ крови. Завышенные тромбоциты, но не критичные, и занижен гемоглобин. Пока собачка под наблюдением, на обработках, так как у нас с вами вот здесь вот есть не очень приятные раны. Они, конечно же, свеженькие, они горят. Вот. И сдали биохимический анализ крови. Он будет готов завтра. Надеемся, что там все будет хорошо. Аппетит хороший. Собака очень добрая, очень спокойная, умная. Ладно. Слушай, а у нас есть, где он у нас вообще лежит? Помнишь, на кафе нашли? У нас много его фотографий, да, снимков есть. Да. Этому парню досталось не на всех. Смотрите, он однолапый, одноглазый. Возрастной. А ничего, вы узнаете, которую форму у меня вся была, реально, шрамы какие-то. Да, 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 эту, на которую натравливали собак, да. Тоже ай-яй-яй. И не зарастет, да? Нет, уже нет. Ну, мы ничего все, что смогли, подлатали, все, что смогли, сделали, привет. Красивая собака. Очень. Да. Что мы это сказали? Видите, друзья, какие построили вольерчики? Ну, это временно перекантоваться. А потом, может быть, для щенков можно использовать. Потому что собакам здесь, конечно, тесно. Вот здесь мы сейчас доделаем стену и крышу. И у нас будет типа бытовочки. Вот здесь. Надо доделать стену и крышу всего лишь. Это сейчас временно навес. Но к зиме обязательно. Но все равно хорошо, здесь тепло им будет. Конечно. Ну здесь взрослые, инвалид... а я там лучше. Ну инвалидикам хорошо. Нет, ну, вольер большой для них. Много бегать не надо. Парень, дай. А, он, смотри, из люка. Валь. А. Он из люка. Он, да.
Нас пришлось удалить. Ну, девчонка вызвала и ставим. Она очень добрая, очень ласковая. Римла. Римла, девочка хорошая. Давай, Маш. Покажи мордаху. Эй, эй, эй. Римла. Красавица, маленькая, глазик один, а зато какой красивый глаз, как человеческий, прямо. Красавица. Смотри, она по окрасу похожа на этого, да, на нашего любимого. Ну пройдитесь, Маша. Она не очень гуляка, она такая собака, собака-обнимака. Хорошая малышка. Иди сюда, моя красавица. Какая красивая собака, до сих пор в приюте. Сколько лет уже прошло? Отсними мне его, а, несколько фоток. Мне его показать надо. У меня нет. Давай зайдем к ним. Попросили мелкого. Давай зайдем. Давай. Сейчас заходить надо, чтобы играть. Иначе они дичают. Они играть хотят играть, да. Мамины хотят играть. Класс, где хотят. Этот коротколак? Говори о нем. Сколько
очень много коротколапиков, очень много. Которые просто в семью, в дом, ребята. Это же не овчарка, это просто маленький коротколапый щенок. Мини-овчарка. Да, вот такие они. Такая мини-овчарка. И все хотят семью, все очень хотят семью. Ой-ой-ой, а меня тут кто-то толкает. Кто меня тут толкает? Все хотят. Все хотят. Все хотят, хотят домой. Со всеми все надо хотят. Играться, всем нужна ласка. Да, вот смотри, зашла, не подходили. А да. Побыла с ними минут 10, и все, они на голову лезут целоваться. Да. Не царапай, ты меня все уже разрисовала. Ну вот как им смотреть в глаза, друзья, когда они голодные? Сейчас. Вот смотрите. Иди сюда, ты иди сюда. Насчет голодные, мы уже сразу показываем. Подожди, подожди. Иди сюда. Ты понимаешь, у нас у людей праздник. Как им объяснить? Иди сюда. Иди. Ты понимаешь, у нас у людей праздники. У нас у людей дача, каникулы, отпуск. А ты посиди голодный, пока мы вернемся с дач, с отпуска. Вот как им объяснить?